давайте вспомним, кто какие лютые напитки пил, ну, спиртосодержащие. Лану пили. Лана, блядь. Что такое лана? Стеклоочиститель для стекол. Такой. Прям раз берешь донышко, тык. Да, гвоздиком. Гвоздиком. И прям в этот колпачок можно наливать. Ну, мы делали, знаешь как? Под колонкой раз. Покупали пиво трехлитровыми банками. Помнишь? Ага. Да. И прям вниз туда, и туда, в эту банку. В эту. Ага. Она как раз там пролазила. А что, там тоже спирт, что ли? Там, ну, спирт, ясно, да. Хуй. А почему разводом не оставляет? Спирт. А, спиртом там, блин. И вставляет. И потом этого пивка как напиток. Я знаю, мужики дихлофос, дихлофос в пиво пшикали. Но ну, там, блядь, объебешься нахуй везде. Лишний пшик, и как эпилепсик, блядь. Там типа три пшика дохуя, а вот два нормально. Ну, типа того. Ну, а что? На щепном, блядь, купишь пиво. Дезодоранты всякие, они же тоже на спирту. Какие дезодоранты? Шариковые. Нет, ну вот эти. А, тоже на спирту. Я помню, у бати, блядь, попил. Одеколон был, Геракл там такой. Джигит, блядь, нарисован. Я раз и воды туда добавил, как он, блядь, помутнел, блядь. Ну да, да. Хорошо, папа тоже любил выпить, ёпт. Он там... Цветстрёмен. У него получается. Ну, заебись. Ну, а я помню, мы на юг поехали. Ну, блин, там сколько? Херсон еще пиздюка. Там еще, сейчас, это раньше не писали там состав какой, а сейчас там написано. Там спирт 69. А кто-то говорил, что растворитель даже пили, блядь. Не знаю. Это, блядь. Не, я слышал такое. Я тоже слышал. Ну, я бы не отважился. Я этот, на заводе этот мужик этот, нас про ацетон пил. И что с ним было? Ну ничего, выпил и ничего. Он, наверное, ебал. Задавал не ацетон. Ацетон? Охренеть можно, блядь. Ну тут, наверное, гвозди у него в желудок переваривал там, наверное. Ужас, блядь. Это небожитель, блядь. Он же не литр засадил-то, блин. А сколько? Ну не, ну там налили ему чуть-чуть. Ага. Ну как, чуть-чуть. А журовый самогон кто-нибудь пробовал? Я даже первый раз. Ну вот есть патока, короче, вот из патошной, знаешь, самогон. Ну, конечно, но вот эта патока, блядь, она на сахарных заводах лежит в огромных каких-то ямах. А вот он же кристаллизуется, сахар потихоньку. И вот то, что на дне вот эти леденцы там такого оранжевого цвета остаются. Ну вот когда всю патоку мужики уже попопиздят, вот эти леденцы, спрессованные на дне вот этой ямы, вот их там молотком откалываешь или чем-нибудь. Он что ж сладкий, вот на нем гонишь. Ну, короче, самая требуха. Ну, вот он вонючий, ну, пиздец, ну, нахуй. Особо такого не было. Да я тоже, я такого не первый раз слышу. А бурачный пили самогон? Свекольный? Конечно. Да, свекольный. Это лютая тоже херня. Ну и картофельный вонючий, блядь. Вонючий. Картофельный, свекольный и паточный, блядь, самый. Я помню, продавались эти в магазинах леденцы зеленые там на 7 копеек по до хера можно. Длинные такие палки. Да, да. Сломает, что придешь. Да, да, да. Возьми такие палки. Да, такие вот. Выходишь там 15 копеек даешь, а он тебе кусок отломит. Вот на них тоже самогон гнали, они там еще пахли мятный. Прикольная вещь-то была. Ну да, прикольно. Догнали-то, да, кто-то поговорит, и на говне гнали, блядь. Ну, говорят, и на дедовых портянках, нахуй. Каких дедах? Настаивали брашку, блядь. Ну, тебе вон бутылку говняной бумажечкой затыкали. Ну, бабка тварь, представляешь, ёб. Купили самогонку пробку. А вот Славик не верит, что мы вылили. Хуяк, мы в садик, нахуй, пить, ёпты, беседки, прям открываем. Что там, блядь, за новости вещают, ёпты, раз, а там, блядь. Как у лимона, нахуй, посреди. Анус отпечатан. Пиздец, вот тварь, к этой бабке обратно, сука. Анус, отпечаток ануса на тебе, блядь. Бабкиного. Фу, нахуй. Ужас, блядь. Вещь, говорит, охуенная вещь, ёпка. Ну что, дала другую? Другую бумажку. Понесли обратно, мы с открытой уходили, ёпка. Это был давно, еще баклажек не было. Чебурашку налила, сука. У меня один знакомый есть, мы там за самогоном собираемся, а он такой взял литровую бутылку и начинает ее раздувать. Я говорю, нахрена, что ты делаешь? Он говорит, ну раздуешь, чтоб побольше.
Лили. Он там дул, вообще трындец, короче. Аж голова закружилась. Да там надо было как закрыть, нахуй. Ну, может, он там и раздул чуть-чуть, я не знаю. Он пришел, она уже... А бутылка стеклянная была? Нет, бутылка капроновая была. Но он пришел, она ему со своей бутылки дала, уже налитую. На, он такой... Он там дул, блядь. Обломался он, ну, блядь, да. Блядь, он ее проклинал, нахуй, там. Ну да, шел потом что-то, бубнел всю дорогу, блядь. Сволочь наебал, спотыкнись, ну, да. Блядь, там, заклинание. Ну, всю дорогу такое, типа, лайфхаки мне там, типа, рассказывал, там, такой ушлый тип интересный. Говорит, типа, когда идешь бухать, братве, бери всегда с собой две пачки. Одну с фильтром, вторую приму купи. Я говорю, нахера? Он такой, ну как же? Придешь там с фильтром, бросишь на стол, все попокурят сразу. Ты им брось приму. Пусть приму курят. Ладно. Деньги от жены прячь под стелькой в башмаке. Я говорю, нахрена? У меня, говорит, жена по карманам не лазит. Он говорит, ну как же? Она там всю дорогу все карманы прошарит. За что ж он пьет? За что ж он пьет? А денежки-то под стелечкой. Ну да, он один раз с какой-то хуйню там в грязь провалился, блядь. Жена стала у него ботинки мыть, блядь. Из-под стельки вывалили все его, блядь, хрусты. Она, вот он за что пьет-то! И всю дорогу потом у него их с подстельки вытягивала. Ну, вот так-то. Надо было ноги не мыть, чтобы воняли, чтобы хуй полезал туда. А мы с чуваком один раз тоже, блядь, зарплату получили. Он говорит, блядь, мать может у меня зарплату отобрать. Он говорит, надо, я говорю, а куда ты ее будешь прятать, блядь? У него однушка. Он взял их на люстру, положил, короче. Ну, таки посмотрели, не видно. Хрен туда достанет, типа, и не увидит ни хрена. И ушли. А потом она, а мать оказывается, на следующий день пришли, где-то мы там зависали. Он такой, хренак, полезли, а денег нету. Мы такие, ёкаламаны, о чем дело? А я такую люстру зажигаю, она вся просвечивается. Он, мать, зажгла свет, там лежит пачушка. Она такая, о, нормально. На прибавках пенсии, блядь. Не пропил. Как-то так. Так какой ты говоришь, ты одеколон пил? Геракл. И Геракл, и букет, и тройной, блядь, и русский лес. Лосьон огуречный, вообще самое охуенное. А его не проще вот зимой через жестянку прогнать, блядь, не? Зачем? Да, ну что? Заморачивались люди, и нож туда раскаленные пускали. Ну да. Нахуй, он и так заебись. И так заебись. Ну, особенно, блядь, букет цитрусовый тоже заебись. Так в него воды добавляешь, он как молоко становится. Не, я так, я не разводил, нахуй. С водой он страшный становится. А чем? Вот его только сахаром закусывать, больше ничем, блядь. Пиздой, я огурцом нормально, блядь. А еще пили, знаешь, откуда? Яйцо взял сырое, выпил и в скорлупу. А, ну это да. Или огурец свежий, потроха вырезал туда, пиздык этого. С огурцом. И сразу же огурец сожрал. Мы вон с Юриком лоханулись, блядь, купили бутылку водки, блядь, огуречную. Думаем, она зеленая, огурцами пахнет. Наливаем, она обычная, никакими огурцами не пахнет. Разводилово, да. Водку такую. За огурцы платил, блядь. Ну да, типа того, блядь. Ну мы такие обрадовались. Дурят, нахуй. Ну а как вот ты считаешь, в КБ водка нормальная или нет? Да ну, такая же с одного бачка. Да, ну, не как... знаю, у меня он... Ну она там дороже, чем в Магните и в Пятерке. Корефан, блин, купил. Чё? На днях алкоголя там, блин, отравился нахер. А грач, он тоже 3 литра говорит, там купил, тоже отравился. Я все бутылки какие эти, блин. Буду претензии писать, скажу. Ну а что? Ну может он дешевую какую-нибудь брал? Ну не знаю. За 215 рублей какой-нибудь майкоп, нахуй. Да, блин, это дешевое, наверное. Там самое дешевое, твое любимое, голубой топаз. Голубой топаз. Зато тоже наебал его, там, блядь, 38 градусов, блядь. Да? На 2 градуса, но все равно. Украли 2 градуса. 2 градуса украли. Украли.